Ponle. Mes chers, bienvenue à un moment. Mes chers, bienvenue. Derrière moi, c'est Budapest. Si on dit Budapest, c'est la Hongrie, la beauté, la culture. Et les soirs. Mes chers, on reçoit l'artiste peintre, bien sûr, comme vous avez suivi dans la bande-annonce, c'est Bodis Oxana. Bodis Oxana, c'est une professeure d'art, c'est une peintre autodidacte qui a son empreinte en art plastique en général, en humanisme. On vous laisse accueillir avec nous notre artiste Bodis Oxana de la Hongrie. Et bienvenue. Bien sûr, il y a un peu de difficulté pour la communication, mais l'humanisme, c'est la bonne fréquence. Merci à Bodis Oxana et la voilà toute souriante. Hello, Xis, Bodis, pardon. On va essayer de traduire à la Russie. Oui, à un moment, c'est le traducteur de Google, donc on n'a pas de moyens encore. Thank you, always. Добро пожаловать. Вы можете рассказать нам о себе. Здравствуйте всем. Я надеюсь, что все, кто слышит меня, все здоровы и здоровы ваши близкие. Сейчас такая ситуация не самая простая, и мне очень хочется, чтобы, когда мы из нее выйдем, чтобы все стали лучше, чем сейчас. То есть все эти испытания нам даны неспроста. Наверное, нам нужно очень многое переоценить, переосмыслить. Хочется немножко рассказать, как у нас проходит в Венгрии это. Но мы тоже сидим здесь на карантине. У нас все перестроилось. То есть наше образование идет в системе онлайн. И даже занятия в детском саду проводятся. Конечно, и учителям, и воспитателям приходится учиться много новому, осваивать технику. Но если смотреть и видеть во всем хорошее, то, конечно, в этом есть большой плюс, что мы научимся очень много новому. Волонтеров, то есть никто не забывает о тех людях, которые уже в возрасте.
больные, им стараются на дом поставлять лекарства и еду. И даже ввели такую систему, что у нас в магазинах до 12 ходят люди в возрасте 60-65, а после 12 до 3 то ходят более молодые. Вот. И что мне очень нравится в венграх, они очень ценят тех людей, которые вынуждены работать. Врачи, медработников, почтальонов, продавцов. И каждый вечер у нас часов 8 люди выходят на балконы и просто хлопают тем людям, которые рискуют ради нас своей жизнью. Вот. И я думаю, что в творчестве многих художников появятся новые нотки. Именно благодаря вот этой переоценке мы будем больше ценить и любить друг друга. Я желаю всем крепкого здоровья и творческих успехов. Откуда вы черпаете вдохновение? Откуда вы черпаете вдохновение? Откуда я черпаю вдохновение? Вдохновение, оно может прийти отовсюду, прям хоть из космоса. Можно посмотреть на какого-то ребенка, можно прочитать книгу, можно послушать хорошую музыку. Иногда идея рождается самым каким-то интересным образом. Правда, прям как из космоса. Si, thank you. On vous laisse un moment cher avec les créations. On va recevoir encore notre cher artiste et les professeurs. Il va nous parler de sa profession. Si vous pouvez nous parler de votre profession. Sous confinement. Une autre question, un moment que je la prépare et je vais lui poser la question sur la situation des gens de à capacité réduite sous le confinement, un moment que je puisse écrire et traduire et lui envoyer la question. И люди с ограниченными возможностями в заключении. И люди. Очень много дружили.
Ваше сообщение солидарности. Ваше сообщение солидарности. Не поняла вопрос. Не? Не поняла вопрос. Ваше сообщение солидарности. Ваше сообщение солидарности. Wünschen Sie Solidarität. Für un moment, on va revenir, on va passer un peu et on revient. Cher artiste, pour qu'il envoie son message de solidarité pour le monde de send your message solidarity for all people. Thank you. On live. Yes. Ouais. Speaker. Ваше сообщение солидарности. Thank you. Vous êtes, you are very, very sympa, you are very, very humanisme. Gracias. Merci. Thank you. Par toutes les langues, je vais vous dire par la langue russe, bien sûr. Et chapeau à la Hongrie, chapeau à son artiste doué, Bodis. Oksana, большое спасибо. Большое спасибо. Merci. Thank you, for all people, for all artists. Merci, mes chers. On remercie tous au nom de la chaîne DH. On remercie toujours notre cher ami et artiste, la grande bouddhiste Oksana, que je vous laisse toujours avec sa vidéo. Et merci beaucoup, Oksana, pour votre solidarité, pour votre humanité. Thank you.
Merci toujours à notre cher ami et grand artiste Bodis Oxana de la Hongrie, que derrière moi, un beau tableau de la Hongrie. Merci à tous et toujours pensons à l'autre, la chaîne est la vôtre. La solidarité et l'humanité, c'est un acte héros en ce moment, là où le monde passe des difficiles moments partout au monde. On est solidaire avec tout le monde et joyeuse après-midi, joyeux moment, pensons à l'autre et soyons solidaires. La solidarité, c'est le futur. La solidarité, c'est un acte, bien sûr, de héros. La solidarité, c'est le langage de l'instant. À très bientôt et merci.